В Иркутской области в ближайшее время рассматривать под микроскопом придется не только фрукты, но и воду. Делать это будут сотрудники Роспотребнадзора, которые традиционно проверят водоемы региона в преддверии празднования крещения. А все потому, что даже религиозные обряды не в силах защитить желудочно-кишечный тракт верующего от инфекционных заболеваний. Ежегодно в Иркутской области оборудуют более 70 мест, где любой желающий может искупаться или набрать воду. До 18 января специалистам Роспотребнадзора придется проверить все эти иордани. В случае, если где-либо результаты анализов не будут соответствовать санитарно-гигиеническим показателям, ведомство предупредит об этом жителей. Напомним, крещение Господне отмечается 19 января.